Добрый день, меня зовут Ильнар Базыкен, я с Астаны, столица Казахстана, работаю руководителем Центра урбанистики Астаны. Наша цель – сократить стихийные бедствия и вообще развивать нашу столицу устойчиво. Мы вступили в программу МСР-2030 и на сегодняшний момент уже провели несколько семинаров и разработали детальную самооценку города по устойчивости. Благодарим МСР-2030 за обмен знаниями, за полезную информацию, которая помогает нам в развитии устойчивого города. Спасибо.